думаете о сегодняшнем мероприятии? Ну что, ходили, уговаривали, люди пришли, пенсионеры пришли, все, молодежь, всех подняли, детка, всю сочалку подняли. Хотя Викторович, наш председатель, сказал, что 20-30 человек придет, больше никто не придет на собрание. Они подняли всех людей, они не ожидали. Когда они стояли, с комментарием представителя, так вот, трубу закусывал, он как увидел, что столько людей пришло, он в ужасе был. Вот поэтому они решили сорвать все собрание. Они все нам сорвали. А паспорта спрашивали у вас при регистрации? Да. Вы показывали прописку, да? Прописку, все это у меня с собой, я вам даже могу показать. Я была, бумажечку дали. Списки. И мы спрашивали, вот, люди очень много пришли с паспортами. Так что... А вы давали кому-то бумажку без прописки сейчас? Нет. Регистрировали. Регистрация шла, которые они шли как гости. Скажите, а правда, что вот заявил человек из комментарной администрации, что привезли работников завода, которые не имеют отношения? Я не знаю, комментарий или нет, но я слышала среди людей, говорили, ТИС привез, говорят, два автобуса должен был привезти своих работников, чтобы проголосовали за визитку. И девочка моя должна мне сказала, что с Любополя привезли людей и пустили, чтобы проголосовали за визитку с Любополя. Так ТИС или ОПЗ, подождите? Не, не ОПЗ, а ТИС. ТИС. ОПЗ нет. Вот смотрите, детка, сколько подписано людей, посмотрите, это сколько людей подписано. Это все? Это что? Все это заюжные, которые все мы собирали инициативные. Да, вот смотрите, это по всей сейчас. Ходили по всей сейчас. Здесь и кошары здесь. Здесь и фамилии, и кошары здесь. И смотрите. Все. Это вот столько-столько... И сколько подписей здесь? 1200 с чем-то. 1200 или 1300? Да, почти около 1300. А как вы думаете, вот вы говорите, сорвали специально, для чего? Для того, чтобы... Чтобы мы не перешли к южным. К южным, ага. Да. Всеми путями. Любыми путями они хотят нам сорвать. Информацию такую ложную преподносить. Проблема в том, что люди больше на собрание такого рода не придут. У нас не было столько людей, как сегодня. Если первое собрание отменилось, сорвалось таким образом, люди посмотрят, они опустят руки, и все, им уже будет безразлично. Хорошо, но есть вот группа людей, которая относится негативно, да, к... Да, я сейчас расскажу. Было собрание перед этим, они вечером повесили объявление, сказали, только учителям контора знала и те люди, кто завезли. Больше никто не знал. Случайно, вот человек увидел вечером, кого могли, обзвонили, пришли, вот. Никто не знал, никому не сообщили. 51 человек был на собрании, на том собрании. И 35 представителей было сельского совета, садик, школа была, и все. А 15 человек было только села Сычанки. Всего 15 человек было. И хотели сделать, что, значит, ну как, проголосовать, что за посоединение. Вот это все было собрание. 51 человек. А откуда пошла информация, что паспорта не брали при регистрации? Лично я видела, как вот давали без прописки, да, вот эти корешки, вот с конторы. Да, сельского совета. Сельского совета давали, специально делали провокацию. Угу. Они когда увидели, что столько людей пришло, что даже на выборы столько людей не пришло, сколько все сегодня собрали. Все пришли, от мала до велика пришли. 1200 человек. Все зарегистрировано, все это. И те списки, и уже депутаты брали эти списки. Тоже так само. И пустить пьяного человека под гимн? Милиция дело стоит, даже не в гимне. Дело в том, что он начал там устраивать скандалы, говорит, что люди там делают из них козлов отпущения, что они вообще не весь кто, бараны, быдло, да, что они сюда поприходили, что они ставят подписи за что-то. То есть это было... Ну, чистая воды провокация, опять же. Но смотрите, вы как бы живете в одном селе, вы знаете все своих людей, знаете. Сегодня здесь были ваши люди, все ваши люди? Но и кошары здесь тоже были. Но в основном, вся основная масса, это да, жители сейчас.